Сорока 8-летняя Лера Кудрявцева рассказала о своем самочувствии после хирургического вмешательства. Телезвезда призвала поклонниц не повторять ее ошибку. Блондинка вставила импланты 15 лет назад в Санкт-Петербурге. Врач пообещал ей пожизненную гарантию. Однако в декабре прошлого года один имплант порвался. Жена 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова обратилась в больницу. Лере провели операцию. После этого она показала протекший имплант. Поклонницы ведущей шоу «Секрет на миллион» переживают о ее самочувствии. Звезда канала НТВ заверяет, что ее физическое и психическое здоровье восстановилось. «Упала ли у вас самооценка после последней операции?» – спросила сегодня Кудрявцеву подписчица. «Не упала, а поднялась», – заверила она. Еще одна девушка призналась, что благодаря Лере передумала вставлять импланты. «Вы большая молодец», – отметила телеведущая. Фанатки задали ей несколько вопросов и о семейной жизни. Молодая мама заявила, что не разрешает дочери смотреть телевизор. Артистка сообщила, что ее 1,5-годовалая Маша пора учить иностранный язык. «Скоро будет нужна няня с английским языком», – написала она. С декабря муж блондинки играет за Сибирь и поэтому живет в Новосибирске. Одна из девушек написала Кудрявцевой, что соскучилась по фотографиям Леры с Игорем. В ответ та опубликовала романтичный кадр с супругом. Живой интерес фолловеров вызывает авторская программа телезвезды. Она заверила, что знает все секреты, которые хранятся в конвертах. Кудрявцева призналась, что больше всего в программе «Секрет на миллион» хотела бы пообщаться с Владимиром Путиным. Накануне телеведущую спросили, как она познакомилась с мужем. «Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И что-то затянуло», — ответила с иронией Лера.